Добрый-добрый-добрый день, возвращаемся к матчу между 5FF и Arcanus Gaming. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ, и мы вещаем Join Dota MLG Pro League, первый сезон. На повестке у нас азиатский дивизион, 5FF играет против Arcanus Gaming, до этого была катка между Rave и MVP. Всем, кто пропустил, всем, кто не успел, у кого не закончился седьмой урок к тому моменту, сообщаем, что MVP с Rave сыграли 1-1. Игры были нереально веселые и лютые. Коротко, ясно, лаконично друг другу рассказали, разошлись. В данном контесте между 5FF и Arcanus Gaming, по-моему, тенденция сохраняется. В первой катке Arcanus Gaming разобрали под орех вообще команду 5FF. За 16 минут снесли топ-линию. Все это благодаря Тренд Протектору в пике, да и, в общем-то, Зевс там много чего сделал. Была изначально непонятна мне расстановка по лайнам. Зевс и Тренд Протектор на топ-лайне, в общем-то, в легкую отправился даблой, и что бы это могло быть, сразу было непонятно, а по факту, я думаю, в конце игры Arcanus, точнее, команда 5FF вместе со мной так и не поняли, что же это все-таки было. Был это полнейший развал, и 5FF сейчас надо кое-как подсобраться. Так плотно по щам получать нельзя, тем более 5FF команда не вчерашнего созыва, разумеется, здесь играющие игроки. Miracle у нас пересел на фармящего тролля вместо саппортов, на которых он привык отыгрывать. Но этот тролль выглядел немного несчастным. Там тролль, которым Чен руководил, был посильнее, чем игрок. Тролль, Miracle, собственно, главное связующее звено команды 5FF. На данном этапе давайте перейдем к матчу непосредственно. Второй встрече между 5FF и Arcanus Gaming. Арканусов в пике Бэтрайдер для сложной, Квапана мид, Сайленсер и Сент Кинг уже имеются. Забанили Войда, не верит команда 5FF, что Сайленсер будет фармящим, а я верю. Я верю, Arcanus Gaming показали, что они готовы на роль керри определять и Тренд Протектора, и я думаю, Сайленсер тоже здесь смело может много выфармить и дальше развалить кабины. Тем более, Arcanus Gaming, как мне понимается, и эту игру планирует как можно быстрее закончить. Нет особенного пуш-потенциала, но по Burst Damage, по раскастам всего достаточно. Много дэмэджа с ультов. Я говорю о Квапе, я говорю о Сент Кинге. Сайленсер наверняка у нас выйдет в Аганим. Если вдруг будет фармящим, значит проблемы будут. Фантом Лансер отправляется у нас в баню от Arcanus Gaming. Для 5FF, что интересно, Никс Ассасин появляется в пике. Дизраптор, Earthshaker и Шторм Спирит также имеются в пике. От Миракля. Последний пик. Никс Ассасин может отправиться в сложную. Шейкер, Дизраптор могут саппортить на лайне. Шторм будет у нас стоять в миде. Соответственно, нужен керри. Забанили Фантом Лансера. Его видеть не хотят. Я бы тоже не хотел видеть Фантом Лансера. Антимаг у нас также в бане. У нас в бане Воид. И снайпер у нас в бане. Осталось Медузу бы еще в баню туда. И нормальные керри были бы полностью разобраны. Сларк для 5FF. И сейчас опять какая-нибудь ерунда по типу Сларка может заехать в мид для Миракля. Но это, я думаю, тоже 17-минутная катка с победой Arcanus Gaming. Ну ладно, червить и флеймить не будем. Не наше это вообще дело. 30 секунд у Arcanus Gaming осталось для того, чтобы пикнуть либо саппорта еще одного, либо кор-героя, либо мейн-керри. Мне почему-то верится, что Сайленсер будет по данной игре фармящим. Все для этого имеется. Цеплять есть чем. Нет, все-таки не так. Фантом Ассасин, если, конечно, только Фантом Ассасин у нас не будет саппортить. Но это, разумеется, все бред и ересь. Сайленсер у нас будет... WTF на нем играет. Кем может быть Сайленсер? Сайленсер у нас фармит. Возможно, фармит. Хенрих на квапе. Я думаю, уходит в легкую фармить. WTF будет помогать. Ему Бумбэкс тоже. Либо в лесу постоит первое время, а потом выйдет с даггером и кучей приколюх. Либо будет на лайне вместе с Квапой. Сложно отправиться Биокей на Бэтрайдер. И Майти Сейвер на Фатом Ассасин будет играть на мидлейне. Такая вот история. Против него может стать Сларк на Миракле. Миракль на Сларке, вы поняли, да? Обратная связь. Никс Ассасин у нас от Y, Шторм Спирит у нас от C, кто-то из них P, а кто-то из них L. Шейкер или Дизраптор, даже разбираться в этой мути не буду. Еще раз напомню, команда Arcanus Gaming прошлую игру за 17 минут закончила.
быстро, очень-очень быстро, решительно, безошибочно снесли лайн. Пока у нас пауза, давайте я вам кое-что покажу. Уберите от экранов детей, мы смотрим таблицу. По таблице у нас, как видим, после встречи между Фениксом и Рейвом ситуация немного изменилась. Рейвы обогнали у нас Арканусов. У них на одну игру меньше, но столько же поинтов. MVP Феникс заработали 8 очков за 6 встреч BO2. Ну, на данном этапе видим, что у Арканус 7 очков, а их оппоненты 5EVO имеют 5 поинтов. У Арканус должно быть 8 поинтов уже. Здесь просто таблица была до первого матча данной серии Best of 2. Короче говоря, у Арканус дела лучше идут, чем у команды 5EVO. Они смогли 2 игры выиграть Best of 2, а 5EVO только одну выиграли, 3 ничьи и одно поражение. Здесь, как можете видеть, 2-3-1. Все, 2-3-2-1, возвращаемся в Доту. Куда отправится Никс Ассасин? Миракль бежит тоже за ним. Ну, все, наверное, отправятся во вражеский лес. Есть чем подраться, в принципе. Подкопы, плюс ремнанты, плюс дизрапторы с кинетик филдами. Или, опять же, через Understrike тоже дэмэджа нормально вливается на ранних левелах. Глянем. Сюда отправляется Бумбакс. У Бумбакса могут быть проблемы, если вдруг он с кем-то увидится. Никс Ассасин, вижен, есть ли или нет. Не видит у нас Бумбакс никого. А теперь Бумбакс видит. И видят Бумбакса, самое интересное. Да, у нас Шейкер уже пытался Фиссуру кастануть. Решил не тратить попусту ману, а действительно зацепить. Возможности Скорпиона уже не было, поэтому команда Arcanus Gaming отходит как можно дальше. Тут реально не по шансам сражаться. Mighty Saver у нас в легкой будет. Нет, Mighty Saver должен отправляться на мид. Или Хейнрих будет стоять в миде. Ну, видимо так, видимо да. Судя по тому, что Хейнрих у нас контролирует руну, а на первых левелах, вы знаете, на первой минуте появляется руна Баунти, и забирают ее в основном мид персонажи. Судя по тому, что Хейнрих здесь стоит, скорее всего он и останется в миде. Mighty Saver уйдет у нас фармить в легкую. Ну, здесь Шторм от 5EVO тоже забирает руну. Квапа будет стоять против Шторма в миде. На сложную у нас отправляется Биокей на Бэтрайдере. Против него будет стоять Миракл на Сларке. Фармящий Сларк и Дизраптор на подсейв. Также сюда идет Шейкер. Хотя Шейкер, конечно, будет первое время, я думаю, выходить на мид. Частенько отвлекаться и на мид выходить гангать. Со стороны команды Арканус. Mighty Saver фармит на Фантомке. Сайленсер на подсейв и Бумбекс будет делать себе стаки, ведь неужели с первого левела? Хотя, может, и не себе, может, Бэтрайдеру. Глянем. И тот нормально выфармливает лес. Если Бэтрайдера загнобят, а Бэтрайдера уже, мы видим, потихоньку гнобят. Вот вам и Сандерстрайк. Правда, немножко Биокей отвечает, но это, в принципе, саппорт. Саппорта достаточно хилок, он тут жить будет дольше, чем будет жить Бэтрайдер, если вдвоем за него возьмутся. У Сларка Пурманшилд, у Сларка танга на подхил. Без тапка пока что Сларк. Никс Ассасин у нас постепенно начинает терять ману. WTF теперь с него не слезет. Mighty Saver надо создавать пространство для фарма. У Mighty Saver, по-моему, супер крутая аркана, на которой сыграно триллион матчей. Давайте посмотрим. 234 счет охотника. И, по-моему, лучше эти мечи гореть уже просто не могут. Давно это очень было. Действительно, аркана на фантомку такая давняя ерунда. Сейчас у нас уже в тренде закончилась аркана шмотка на кто там у нас? Кристалл, да? Кристалл Мейден у нас с арканой. Так, могут здесь зацепить мидера команды 5EVO? Не могут, а зацепят. Еще один ремнант и умрет у нас Бумбакс. Забирает у нас Шторм сначала Бумбакса, а потом умирает и сам. Но здесь и Хейнриха развалили. Вот вам и выход. Вот то, о чем я говорил. Шейкер на ранних этапах на миде делает чудеса. 5EVO забирают двух игроков, разменяли мидера, забрали First Blood. Но при этом двоих забрали. Короче говоря, 5EVO по денежкам взлетели и по вопросам фарма Шторм должен быть немного впереди Квапы. Давайте глянем на Нетворс. У Квапы 1280, все правильно, у Шторма 1600, банка имеется у Шторма, ну и у Квапы, в принципе, тоже банка есть. Хейнрих у нас на миде. Биокей пришел на мид, но это было слишком поздно. Ни Квапу не подсейвить, никого не надамажить. Никс Ассасин без маны.
Ну, ясно, ясно, ясно. WTF здесь просто будет мучать Никс Ассасина по КД. Если МП, конечно, будет хватать, по КД будет раздавать у нас и Курсу. Да тут и Last Word. В общем, у Никса жизнь действительно хреновая будет на сложном лайне. 3-0 пока что по крипам у него. Давайте перейдем на крипстат. 18 на 8 у Сларка. И 17 на 4 у Майти Сейвера. Мейн-герои идут ровненько. Мид 13 на 6 у нас у Хенриха. И здесь еще насобирает немножко у Шторма. Тем временем 10 на 1. Квапа немного обыгрывает своего номинального соперника. Биокей на сложной с одним крипом. Один несчастный крип. Ну, здесь хотя бы догорят, да. 4 крипа Бетрайдер себе насобирал. Есть тапок, есть 500 сверху. Где Сэнд Кинг? Бумбекс очень здорово помог своему тиммейту на миде, когда забирали шторма. Точнее, пытались забрать шторма. По факту забрали изначально Бумбекс, а уже потом шторм у нас отвалился. Ну и Бумбекс отправился в лес делать мультиспауны. Четыре минуты у нас прошло. По графикам видим 5-Eva немного впереди. По экспириенсу тоже немного. Это все несущественно. О, у нас Дизраптор здесь решил отвалиться, и есть у него все шансы для этого, хотя и Хенрих нормально от Сандерстрайка получает, здесь уже Шторм Спирит, что летит в курицу, куда вообще направляется курица, ну здесь все через обуз банки, да? Да, Кура у нас с банкой полетела, Шторм фуловый, Квапа на середине ХП, но живая, напуганная, но живая, ну и Дизраптор тут вообще еле-еле бежит. 2-1, счет не поменялся. Первый файт у нас был пока что единственным результативным. Ждем появления шестого левела у Шторма. Ну и у Квапы бы неплохо Sonic Wave заиметь. Шторм тут меньше мансить бы смог во времени. Куда отправился Бэтрайдер? Транквилы уже имеются. Здесь 4 стака крипов. Ну здесь пока без стаков. Но здесь и стака это в принципе непонятно для кого. Потому что забирать големов здесь, по-моему, магический урон, да? Магический урон, соответственно, големам плевать вообще на этот песок. Они сами из песка сделаны, они вертели его на своей глине. У Биокей тем временем 250. И кое-как дела выравниваются. 9 на 2 по крипстату, это уже лучше, чем 0, на котором сидел у нас оффлейнер команды Арканус. Сларк 30 на 14, опережает Майти Севера. Где деньги Сларка? Неужели все деньги в Power Threads ушли? Ну, в принципе, да. Так, Биокей у нас врывается на Сларка. 3 стака имеется. И, по-моему, Миракль здесь приехал. Хотя Фиссуру ловит у нас Биокей. Биокей под Кинетик Филдом. Очень неудачно. Он попытался выйти. Здесь, скорее всего, отъедет. ТП нет. Ну и уже заканчивается Firefly. Далеко не полетаешь. Здесь, опять же, много ХП у игроков команды Арканус. Будут бежать по огню, не проблема. Один удар от Шейкера по спине. И погибает у нас Бэтрайдер. 1-3. 5-Eva. После прошлой игры взялись за ум, стараются как-то играть более-менее команда. Потому что в прошлый раз командная игра наблюдалась со стороны Arcanus Gaming. Там, правда, One Man Team был от Чена, в исполнении Чена. Команда состояла из Чена и его зверей. Ну, проседает по ХП у нас Никс, но вроде бы в зоне безопасности отсюда уходит. Бумбакс настакал, и Бумбакс забрал. Все, что необходимо, 1000 на руках уже имеет. До Даггера осталось 1150. У Бэтрайдера 200 на руках. Бэтрайдер умирал, мы это прекрасно помним. Давайте на мид-лейне сконцентрируемся. В принципе, вроде по гайду так и надо, по гайду комментаторов. Надо следить за мидом, это вроде бы самая интересная линия, но по факту у нас по всему, вообще по всему пространству доты происходит экшен. На миде тем временем Шторм. У него есть 950 на руках, есть Rope of the Magic. Ну, наверное, будет выход в Арчит. Но, возможно, после Soul Ring'а, возможно, сразу. У Квапы 200 на руках. Что это? Брасер для Квапы? Да, брасер для Квапы. Удивительное рядом. Хенрих пошел у нас комплектоваться в количество ХП. Ну, видимо, переживает рассказ. Здесь есть, в принципе, от кого обезопасить себя. Никс уже имеет Виндету. Входит, кстати, в нее и... Будет попытка кого-то на миде забрать. Ну, не такие дураки у нас игроки команды Арканус, чтобы подставляться. Ну ладно, Хенрих у нас подставляется. Все это через Ball Lightning.
Хенрих выживает, блинкаут отсюда делает, и на лоу хп у нас погибает Шторм Спирит. Все очень просто. Хенрих отошел, руну Ригена проюзал, забрали у нас Никс Ассасина, забрали у нас Шторм Спирита. Не хватило бёрст дэмэджа для того, чтобы разобрать квапу. А Риген уже сделал свое, квапа разваливает всю команду Файфэва. Ну, в лице, разумеется, Шторма и в лице Никс Ассасина, которые решили подраться. Печально все произошло. Бумбекс выходит у нас дальше на Дизраптора, но отпускает его. Во вражеский лес пошли. Что делать? Вардить или просто стоять? Здесь мультиспауны. Будет борьба за этих крипов 100%. Сюда уже прилетает Шторм. Не хотят отдавать. Здесь тоже ребята не пальцем деланы. Собрали огромное количество крипов. И Сэнд Кинга, понятное дело, лапки чешутся. К ним все и прибрать. Ну, надо... Поняли, что надо убивать. Потому что пропустят, прошляпят и развалят без проблем всю кагалу крипов игроки команды Arcanus Gaming. Проседает по хп Шторм очень сильно сюда. Бы сейчас какого-нибудь клокверка в пик команде Arcanus Gaming. Rocket Flare прилетел бы 2-3 левела. Вот забавно было бы. Пришел в лес пофармить. В итоге слился от крипов мидер команды. Понятное дело, что ситуация смешная получилась бы. Выходит у нас на топ-лейн Бэтрайдер. У Бэтрайдера 1000 на руках. Никто пока ему не мешает, но Меркель, мы видим, в спину заходит. Меркель тоже тут подфармить не лишним не было бы. Пока он уходил с лайна, Майти Север вплотную к нему подобрался. По крипам вроде бы Меркель впереди. А по нетворсу давайте посмотрим. Ну тоже впереди, но всего-то на 150. Это 2-3 крипа. Да даже в счет брать не надо. По саппортам, видим, хуже всех у нас пока фармит Сайленсер. У него один крип всего добит, один фраг имеется. 1000 нетворса. Дальше Дизраптор. У Дизраптора тоже по шмоткам не лучше, чем у Сайленсера. У Бумбекса появляется Блинкдаггер. Что это будет и как он будет реализовываться, очень хочется посмотреть. В прошлом матче Бумбекс на Чене, еще раз говорю, сделал всю игру. Реально на Чене... Реализация этого персонажа была невероятно крутой. Там действительно задумка была 5 с плюсом. Реализация даже близко к 6 была. По оценке моей, разумеется, индивидуальной. Зацепили у нас Шторма. Шторм жалеет о своем решении, думаю, да. Шторм у нас улетает на свой хайграунд. Остался живой. Ну, тут действительно еле ноги унес, потому что ситуация до боли знакомая была для Шторма. Врывается. Раскаст в Хенриха. Хенрих выживает. Соник Вейв в спину. Там еще лассо от Биокей. В прошлый раз Шторм развалился, сейчас хватило у него хп, чтобы пережить данный раскаст. Где Бумбекс? Бумбекс под смоком, есть у него даггер. Можно попытаться ворваться, но никто пока из команды FiveFive драться не хочет. Так, у нас фиссура пошла, Бумбекс уже раскастовывает ульту, врывается у нас на Шторма, надо забирать Шторма. Шторм рассыпается. Бумбекс очень круто ворвался, пускай в одного мидера, но и одного мидера... Достаточно. 5-3 на данном этапе. 2-0 подрались игроки команды Arcanus. Правда, в разных частях карты. Шторма в любом случае загнобили. У Шторма 1-3. У Квапы 2-1-1. КДА. Хенрих все время на лоу хп. То на лоу хп регенерацию проюзает, то на лоу хп еще какая-то ерунда случится, и он почему-то фуловый возвращается. Не знаю, что он там вне моего зрения делает, когда уходит за пределы экрана. Сейчас, блин, думал, сейчас посмотрю на Хенриха. Хенрих тоже у нас будет фуловый. Тогда бы меня действительно поменяло в лице. У Майти Сейвера 160 в руках. Это значит, что-то летит. Да, летит Яша уже Майти Сейверу после Power Threads, после Ring of Aquila. По Нетворсу он по-прежнему на втором месте. Miracle пока в топе. У него есть Power Threads, есть Аквила, и на Dagger уже насобирал. Я думаю, это именно Dagger и будет. Хотя на таком раннем... Нет, это не ранняя минута. Если бы минуты 3 назад, то можно было бы в Shadow Blade подумать. Теперь никакого Shadow Blade. Врыв у нас от Миракля. И что, отменил у нас ТП кто-то? Кто это был? Кто у нас решил отменить ТП? Так, у нас замес в это время на нижнем лайне. Что ж я такой за дубина смотрел на Миракля, который вообще ничего не делал, пока у нас постепенно сносили троих игроков с двух сторон. Погоня пошла за Шейкером. Шейкер под Last Word'ом от Сайленсера рассыпается. В итоге 3 в 1 закончилась драка. Потеряли Майти Севера, но при этом забрали троих персонажей команды 5EVA. 8-4 счет. Fight Recap, естественно, такие длинные драки
запечатлеть не может. Надо немножко динамичнее реагировать. Еще раз прошу прощения. У Квапы 1400 на руках. Имеется Ring of Hells. Я так понимаю, готовится выход в Лингенсферу. У Шторма Оркида пока что нет. И не скоро он будет. Минут 5 еще понадобится при отсутствии смертей со стороны Шторма. Разбираю Шторма частенько. 1-4 у него счет. Давайте вообще откроем, у кого какой счет, посмотрим. Вот вам, пожалуйста, и Саппорт Сайленсер. 3-0-2, 10 уже. Даже 20 интеллекта, ну 10 стаков. По 2 интеллекта краденных. Сайленсер хорошо себя чувствует. У Сайленсера скоро и глейвы будут нормально наваливать. В это время у нас Бэтрайдер разваливает Дизраптора. Влетает сюда Шторм, сразу же ловит Сайленс. Это все ульт Сайленсера, разумеется. И развалили Шторма. 1-3. Проюзал у нас Сэнд Кинг Эпицентр. Не могу пропускать, давайте смотреть. Там очень долго будут все раскастовываться. Бумбекс у нас здесь стоит после подкопа. Бумбекс будет пытаться ультануть. У Бумбекса ультануть получается. Ну и Шторм здесь разваливается невероятно серьезно. Все по гайду, все как Вич-доктор прописал. 9-4 счет. Так, у нас здесь продолжение. А, это у нас возврат. Да, все. 11-7 тем временем счет. То что ж такое? Сколько можно крутить? Все, я прошу прощения, больше так не буду делать. Давайте посмотрим, как у нас умирали игроки команды Арканусы. Они пока перемотку мы смотрели, умирали. Все, фиссура классная лежит, эхо-слэм крутой. К игре счет 11-7. Все, ничего не пропустили. Внимательней буду, извините за сие неподобство. Арканус Гейминг в любом случае впереди по фрагам, по золоту. Они опережают на 3000 своих оппонентов, менее 5000 по экспириенсу. У Майти Сейвера после Яши появляется Мордип Маск. Шейкер здесь огреб невероятно серьезно, под Ласвордом бегает, сейчас еще и просядет. Нет, это Ласворд просто какой-то баг, видимо. Врывается у нас Майти Сейвера, под ноги Статик Шторм и Кинетик Филд. Глимсанули назад Майти Сейвера. Кор-герой команды Арканус опять погибает. Что-то многовато у нас мрет Фантомка. 0-2-2 счет у нее. У Шейкера появляется Даггер. Вот такие дела. Что у Бэтрайдера? У Бэтрайдера тоже есть Даггер. Даггер есть. Так, Сайленсер в это время у нас под Тауэром уже разваливается от Миракля. Ну, Миракль решил реабилитироваться за прошлую катку. Загнали сначала Фантомку, потом загнали еще и Сайленсера. Цепляют в лассо у нас Никс Ассасина. Глимсанули Хенриха, он вообще за 5 километров улетел. Сларк продолжает бегать. Фуловый по ХП может драться. Летает Биокей. Биокей без маны. Биокей, скорее всего, здесь развалится. Да, очень серьезно представляет по ХП у нас Биокей. Паунс через 2 секунды, но здесь есть Даркпак. Биокей должен сыпаться. Квапа, еще и Квапа своими иллюзиями заблочила, заблочила Бэтрайдера. Я думаю, там в командном чате Флейма немножко получила у нас Квапа. Хенрих немного наплужил, и это стоило жизни его тиммейту. Майти Север врывается у нас на Шторма. Сайленс пошел по Шторму. Майти Север продолжает бежать. Хенрих, Соник Вейв в спину. Это абсолютная тишина, но это ульт Сайленсера, вы понимаете. Ну и Шторм отсюда никуда не уходит. Хенриху надо просто один раз дать рукой. Что? Как? Почему? Что случилось? Не было вижена. Прокликали у нас Шторма, лучше бы крипам отдаться Шторму, но закупиться под ноль не получится. 406. Какой ты хитрый, посмотрите на партизанщину от Шторма. Стал за дерево и стоит. Все, ТП проюзал, маны хватило, Шторм отсюда улетел, но тут два инсульта и половина инфаркта, наверное, у Шторма случилось, пока на нервишках постоял он за сосной. По нетворсу давайте глядеть, у кого что. 8200 у Сларка, 7300 на руках у Квапы. Бэтрайдер в это время забирает у нас Шейкера вместе с Бумбексом. Драка продолжается на Рошане. Хенрих на лох ХП под статик Штормом рассыпается. Дизраптор забирает этот фраг. Один в один разменялись команды. Бумбекс врывается у нас на Дизраптора, не достает. Бумбексу надо уходить. Копает у нас Никс Ассасин. Ветра, кто эти ветра проюзал? Кто такой умный? Ветра у нас Сларк проюзал, зачем непонятно, но это его дело. Разобрали у нас в любом случае еще и Бумбекса. Биокей тоже здесь сильно проседает, лассо проюзать не успел. Ну, экшен везде и по всей карте. 14-14. Куда ни кликни, везде трупы, кровь и все сопутствующее. У Шторма на данном этапе 6000, четвертый нетворс на карте. Постепенно вырисовывается Оркид.
в общем-то, появляется уже второй Oblivion Staff. Если сейчас его купят, купит Quarter Staff, у нас, разумеется, Шторм. Ну и немного до рецепта осталось насобирать. Здесь в это время у нас умирает Phantom Assassin. Что же это за слив такой от Arcanus Gaming? Ну, решили в лейту идти. Надо как-то не умирать хотя бы. Здесь тоже опять на лоу хп у нас Хенрих ходит. Хенрих начинает наваливать по Никсу. Бумбекс делает подкоп, нож в спину. А Никс Ассасину, Квапа забирает данный фраг. 16-15. Биокей взлетает. Видел ли он здесь Сларка? Нет, вряд ли видел, иначе бы прыгнул. Ну, теперь будут забирать у нас Биокей. Firefly, скорее всего, закончится в течение нескольких секунд. Поднимают у нас ветра. А Бэтрайдера сразу же под ногами Фиссура. Фиссура не самая удобная, но здесь можно попытаться разобрать и без Сларка. Хотя оставил на закуску Сларку у нас Шейкер Бэтрайдера. 16-16. Сларк заработал 429. Миракл неплохо отыгрывает на фармящем персонаже. Есть Йоул, есть Даггер. Опять у нас Статик Шторм, опять у нас Хенрик сливается. Мидер команды Arcanus Gaming нормально сыпется. Бумбэк срывается с эпицентром и уходит отсюда. Никого не убили. Команда 5EVA все живы. Выкупается также Квапа. Зацепили у нас Бумбэкса. Ну, тут бы лучше кому-то отдаться, наверное. Разве что Рошану. Хотя вот на хайграунд Бумбэкс у нас поднимается. И можно отсюда уходить. Что такое вообще творится на карте? Драки нон-стоп по всей карте. 19 минут сыграно. 34 фрага уже. Хенриху мало смертей. Хенрих хочет больше. Хенрих хочет больше. Хенрих больше получает. 6-1, по-моему, шла у нас Квапа. Теперь 6-5. 4 смерти подряд. Зачем? Кому это нужно? Непонятно. Видит прекрасно Хенрих, что команда давит. 5EVA переходят в наступление. Бегают впятером. Квапа постоянно у нас стоит в статик шторме, как не переключусь на нее. Даже удивительно. Mighty Saver 0-3-2. Вот он, кор-герой, вот кто должен выходить в лейту. 0-3-2. Меркель видит у нас Mighty Saver, а Mighty Saver, скорее всего, приехал. Да, здесь есть Shadow Dance. Скорее всего, Mighty Saver никуда не уходит. Нормально, статы наворовал у нас Меркель. Ну, здесь бы размансовать. Да куда ты под Юлом размансуешь? Врыв под Mighty Saver, все элементарно. Монстр килл уже от Меркеля. Кто говорил, что Меркель разучился играть на фармящих героях, тот ошибался, и я вместе с вами. Добро пожаловать в клуб тухлой аналитики. Сларк у нас еще и Бэтрайдер решил погонять. Просто наугад прыгает у нас в кусты и попадает на Биокей. Трипл килл от Миракля. Миракль вообще он фаер. 2000 у него уже на руках. Отходит на крипов и готов забирать тауэр. В это время у нас здесь рассыпается то ли Никс Ассасин, то ли Сайленсер. Посмотрим, кто раньше. Скорее всего, Сайленсер. Сандерстрайк на нем висит, и Дизраптор забирает этот фраг. 18-23. Как не посмотришь на бар героев, половина вечно в таверне. Не хотят жить, не хотят фармить, хотят драться по КД, умирать, все что угодно делать. Цепляет у нас Хенриха, Сайленс в него, Хенрих отправляется в таверну шестой раз. Квапа что-то говорит, как вы видите. Это, наверное, крики боли, или, может быть, даже угорает у нас уже Хенрих, потому что... Такое развитие событий меня обычно в истерику приводит, когда я играю в пабе, но это не паб, это у нас серьезная игра, на секундочку, групповой этап, серьезные команды. Бумбэк стоит здесь, Бумбэк ловит Сайленс, Статик Шторм под ноги, Дизраптор тоже отыгрывает на 5 с плюсом, 6 ассистов у него, уходит Бумбэк в кусты, пытался, да ничего Бумбэк не пытался, надо ему здесь умирать, больше делать нечего. На лоу хп Бумбэк бьется об ремнант еще раз и шестой раз отправляется в таверну. Сларка. 12500. Миркель на 21 минуте нереально круто ведет себя. Ультимейторп есть. Скоро появится Скади. Яша здесь имеется, но это не Манта Стайл. Я думаю, Сларк у нас с таким темпом фарма отправится в Скади, потому что все слишком хорошо для него складывается. Биокей опять проседает. Почему вы вообще здесь оказываетесь? Почему команда Арканус решила, что ей можно выходить за свои Т2? Мне непонятно. Они умирают очень часто, практически никого не забирают. Еще 524 по золоту. Для 5EVA графики даже больно открывать. Я думаю, там кардиограмма... Никакой кардиограммы. Все драки с преимуществом команды 5EVA. За 5000 перевалило их преимущество по золоту, 10 с лишним по экспириенсу. 5EVA выходят на тавер, и ситуация просто зеркалит прошлую. Теперь 5EVA дерутся гораздо лучше. У них гораздо лучше получается делать фраги и пушить. Что еще полезней.
Сэнд Кинга ранний Dagger. Классно реализовал на первых этапах. Но там пришелся сложный Miracle, и все у него хорошо сложилось. Miracle опять разрывает мою аналитику пополам. Собирает Manta Style. Против кого, против чего? Оркида нет. Возможно, сбрасывает с себя Last Word. Не Last Word Silencer, а я имею в виду, конечно же, Curse of the Silent. Если он, конечно, сбрасывается. Если не сбрасывается, флеймите в чате. Тоже, в принципе, справедливо будет. У Бумбекса 680 на руках. У Квапы 820 на руках. Квапа до сих пор не может линку себе собрать. Была бы линка, смертей было бы меньше. 0-4 идет Mighty Saver. Главная фармящая, главная ударная сила команды Arcanus Gaming. Пока ни хренишеньки не имеет. Яша есть, Belt of Giant Strange, значит, Сенжин Яша будет у нас. У Фантом Ассасина. Это что означает? Это означает, что провалы, тут какие-то бомжи-артефакты надо покупать, чтобы хоть как-то выживать. Взлетает у нас Ветра Миракль и эвейдит таким образом Sonic Wave от Квапы. Миракль просто чудо творит на этом Сларке. 13-1 у него счет на данный момент. Beyond Godlike уже имеется у Сларка. Умирал он давным-давно, это было так давно, что и не вспомнить, где и когда это произошло. После Manta Style 200 на руках, 15 тысяч общий нетворс. На третьем месте у нас ПА от команды Arcanus. Кор-герой команды Arcanus имеет в два раза меньше, чем Сларк. Сларк забирает уже чужой лес. Сларку вообще плевать на все, что здесь происходит. Выход постепенный у него в Eye of Skadi. И Миркель становится непробиваемым. 18 по дефу, 1600 по хп. Даже больше, когда костыль будет на силу. 1800 у Сларка. Сларк врывается у нас на мид. Он видит Mighty Saver и всех остальных, но на вертеле вообще их вертел. Не хочет даже обращать на них внимание. Фармит мид, фармит топ, фармит низ, фармит чужой лес. По-моему, Миракль нашел свою игру. Биокей врывается у нас Миракль, а здесь очень удачно проюзанный Даркпак. Ну, единственное, что Миракль не успел в Shadow Dance уйти. Даркпак был проюзан просто круто по гайду. Слетел бы у нас лассо, но здесь Бумбекс еще сверху с подкопом ворвался и разобрали у нас Сларка. Золото за него получили, по-моему, более чем дохрена. Биокей заработал 860 за голову Миракля. У Хенриха до сих пор нет Линкенсферы. Что в курице? Mighty Saver пошел у нас. Да, это Башер, да. Это не Сенжин Яша. Тут немножко я натупил с такой динамикой игры. Башер прилетает у нас Mighty Saver. Уже забыл, как вообще этот артефакт собирается. Конечно же, Джевелин, конечно же, Belt of Strange. И, конечно же, рецепт за 1000. Все я помню. Фантом Ассасин 500 сверху после Башера. Mighty Saver бы в драках участвовать и хоть кого-то бы убивать. Но для этого надо Black King Bar, я думаю, собрать, чтобы не стоять в стане нон-стоп от шейкера, не реагировать на всю ерунду, которую Никс Ассасин вливает у нас в фантомку. Слишком уж хорошо насыпется, и от шторма тоже сыпется более чем круто. У шторма есть оркид, и имеется уже сол бустер. 6-7-2 счет. Вроде бы отрицательный, когда у шторма, а по факту он на втором месте. Опережает фантом Ассасин. Это 27-я минута. Понимаете, прекрасно, если шторм опережает на 27-й минуте фантомку, что-то пошло не так. Тем более, Mighty Saver вроде бы не трогали. 4 смерти, я даже не знаю, где он их насобирал. На своем лайне редко приходили пушить, в драке сам ввязывался, сам огребал. Так, чтобы сказать, что кто-то, например, шторм с мида приходил гангал низ, я этого не помню, а я эту игру очень внимательно смотрел. Arcanus Gaming забирает Тауэр на топе. Квапа уже с линкой, у Квапы 800 на руках. По вещам давайте пробежимся. Ogre Claw появляется у нас у ПА. Выход готовится в Black King Bar у Silencer. Ничего не появляется, кроме Gloves of Haste и Boots of Speed. Silencer очень несчастный. А нет, появляется. Gloves of Haste у нас под Hand of Midas. Теперь заточено со стороны Сайленсера. У Бэтрайдера есть форстав, есть Блинк Даггер. В общем-то, дерись не хочу. Но Бэтрайдер у нас тоже умирал достаточно часто. 5-6 у него кеда. И у Бумбекса 4-6-9. Выход от команды Arcanus на топ тауэр. Т2 сыпется. Не близко находится у нас команда 5EVA. Она находится в заветном
Питера Шана. Забирают Роху и потом, если успеют, попробуют отдефать. Глиф проюзали. Можно бы попробовать прилететь сюда. Почему Рошан еще жив? Рошан у нас умирает и летят на хайграунд свой. Игроки команды 5-5 не хватило тайминга. Не смогли прилететь на Т2 его задефить. Нетворс, пожалуйста, Нетворс. 16 тысяч практически у Миракля и 11 тысяч у Шторма. 11700 на полтысячи уступает ему Майти Сейвер на Фантом Ассасин. 5000 Эва выигрывает по золоту и по экспириенсу чуть меньше. Так, у нас здесь драка началась... На эншентах, на лоу хп у нас Биокей, Миракль ворвался, Миракля попытаются разобрать, но Миракль отсюда уходит. В это время влетает у нас Шторм, Фиссура лежит, статик Шторм лежит, минус 3 для команды 5-5. Как это получилось, я даже не успел проследить. Миракль уже практически фуловый. Заходит в темноту, выходит фуловый, начинает продолжать. Вот такой вот занимательный русский язык на игрокам ТВ. Миракль продолжает гонять команду Арканус уже на их хайграунде. Через Dark Pact все себя сбросил. Здесь и Silence на нем висел, и Last Word. Miracle отошел в тень, стоит за деревом, хилится. Просто удивительно. Просто стал за дерево. Вышел из-за сосны, вышел практически фуловый. Пятером команда 5-5 уже на хайграунде команды Арканус. Влетает у нас Шторм. Бумбекс получает Silence. Бумбекс отсюда не уходит. Гем лежит на земле. WTF забирает у нас гем, WTF тоже у нас погибнет, глимсует назад его труп. Бумбекс выкупается, попытался кого-то подсейвить, ничего толком не получилось. Шторм без маны, Шторма надо сейвить. Но мана нормальная регенится, 30 секунд, в принципе хватает постепенно на Ball Lightning. Врывается у нас Бумбекс, подкопали Шторма, надо попытаться его забрать. Стоит ремнант, Майти Сейвер сыпется, Вортекс на Майти Сейвера. Майти Сейвер в таверну, вся команда 5-5 жива, минус 4. Даблкил у нас от Миракля. Миракль продолжает жесть и унижение команды Арканус Гейминг. Ну, собрались после прошлого матча. 19-36. Тут 5000. Команда 5-5 в свою пользу повернула графики. Бэтрайдер не будет влетать. Потому что в Бэтрайдера сами игроки команды 5-5 влетают. Прыгает Миракль, бьет один раз Бэтрайдера у нас и уходит назад. Ну, еще можно драться. Квапы нет 13 секунд. А Фантом Ассасин нет, целых 17 секунд. Врыв у нас на Бэтрайдера. Бэтрайдера разорвали, пошли гнать WTF-а. Миракль под фонтан. Shadow Dance, Миракль под фонтан, 30 минут. Ну, выживает у нас WTF. Миракль себя поднимает в ветра. Ну, здесь контроль у Миракля, по-моему, 95 уровень минимум. Падают тем временем последний барак на миде. Команде 5-5 лучше бы отойтись похилиться. Нет, они не собираются уходить. Хенрих вместе с Сайленсером здесь терпят от Шторма. Шторм теряет Аегис. А это означает, что Шторм сейчас станет фуловый. Можно попытаться драться. Но Шторму бы уйти отсюда по-хорошему. Хотя нет. На пару с Мираклем стараются разобраться Квапу. Квапа у нас должна погибать. Врывается Бумбекс. Да что ж за экшен постоянно. Квапа в таверну. Майти Сейвер начинает нарезать у нас Сларку. Сларк в себя ветра. Не получится заюзать дагер. Спину дагер от Майти Сейвера наконец-то хоть как-то Сларку отомстила. Еще у нас и Шторм может развалиться. Фиссура в лицо Майти Сейверу, никто никуда не развалится. Все. Драка закончилась, у меня аж горло першит от данного нон-стоп экшена. 22-39. По итогу файта здесь 2600 отковыряли Арканус Гейминг по золоту. 15 плюс Эва. 25 тысяч по экспириенсу. Врывается на бумбакса у нас Шторм. Бумбекс стоит, как ни в чем не бывало. Ничего не было, не вижу зла. Вообще не больно. Ну, правда, с половиной хп ушел, но стоял как славный муж. На данном этапе по нетворсу на первом месте у нас Сларк. 18700. На втором месте Шторм. 15,5. Ну и Майти Сейвер, в принципе, топ-3, уже лучше, чем было до этого. БКБ наконец-то появляется, 10-секундный. Драки будут поинтереснее, хотя фокусить не ясно кого. Сларк у нас все время в Дарк Пакте, там если баш пройдет, то слетит очень быстро. Плюс есть подсейв, плюс есть нон-стоп станы от Шейкера. Ну, 5-5 для драки сейчас гораздо больше всего. С другой стороны, я забываю о Сайленсере. Один клик по
ульте Сайленсера, и команда Файфева становится немного, но бесполезной. Здесь очень большой дэмэдж входит у нас за счет скиллов. Все это, разумеется, контрится одним ультом Сайленсера. Пытаются у нас поймать Миракля, влетели на него. Миракль поднимает себя в ветра, Shadow Dance у него есть. Миракль Shadow Dance, подкоп сразу по четверым у нас от Никса. Охренительный эхослэм у нас от Шейкера. Все на лоу хп, Mighty Sever начинает драться. Блэкенбар включил, на статик шторм вообще ложил. Врывается у нас Бумбакс. Бумбакс пытается забрать Дизраптора, ничего не получается. Бумбакса, Дизраптор остается живым. Продолжает у нас Mighty Sever сражаться, но Mighty Sever не по шансам. Тим вайп со стороны 5EVO очень круто сыграли. Нереально крутой подкоп у нас от Никса Ассасина. Сразу по четверым и туда же Эхо Слэм от Шейкера. Герои этой драки, они безусловно сделали львиную долю. В общем-то, на их заслуга львиная в вопросе данного файта, в вопросе тимвайпа. И они могут смело отправляться у нас под фонтан на заслуженный отдых. Тимвайп подрались, развалился у нас еще и под фонтаном Сайленсер. Правда, Mighty Sever смог отомстить шторму. Миракль уходит отсюда, где у нас Фантом Ассасин. Фантом Ассасин отправляется через Глимс хрен знает куда. Под Т2 вражеский. Надо ПА куда-то направиться в другое место. ПА не может дефать свой хайграунд. Хотя вот вроде бы команда подошла уже на топ-руну. Хенрик здесь. У Хенриха есть линка. Ну и пока БКБ так и не собрался. У ПА БКБ 9-секундный. Летает у нас шторм, просто троллит у нас фантомку. Крик от Хенриха, развалили шторма. Бумбекс уже здесь, через Сэндсторм старается бить. Получается неплохо, Миракль уходит в Shadow Dance. Миракль сейчас начнет нарезать. Через паунс выход отсюда, поднимает себя в ветра. Даггер, если у Миракля... Нет, даггер не дают проюзать, Миракля должны забирать. Да, забирает у нас кор-героя команды 5EVO и пошла погоня за Никсом. Вижен, имеется ли Вижен? У кого-то гем, по-моему, был. Выпадал гем точно. Ну, Вижен, по-моему, у команды. Так, ладно, хрен с тем Виженом. Разобрали у нас потихонечку Дизраптора. Что он здесь сделал, непонятно. Подумал, видимо, что Арканусы отошли. Никуда они не отошли. На хайграунде стояла вся команда. И очень быстро Дизраптора отправили в таверну. По итогу файта заработали 5500. 1500 5EVO потеряли. Вот это файты. По 7 кусков... То в одну сторону, то в другую. Это прям серьезная мафиозная разборка. Что с одной стороны, что с другой. Тут огромные деньги задействованы. Сларк тем временем имеет топ-нетворс на карте. 20500 у шторма. Практически 18000 имеется Bloodstones. Дефолтным количеством зарядов. Есть Шива, есть Оркид. У фантомки БКБ... Даггер и... Даггер. Башер и Манта Стайл. Фантом Ассасин 2200 хп имеет. Это уже хорошо. Уже можно хоть как-то по шансам сражаться против Сларка. Немного приостановился у нас Миракл. 19-4 у него счет. Разумеется, процент безответных фрагов понижается. Хотя и убивает по КД. Ну и дерется Миракл у нас вообще бесстрашно. Никогда не отступает до последнего. Если отступает, то вот на полнейшем лоу хп. Что такое? Шейкер покупает хекс. Доигрались. 36 минут. Шейкер у нас покупает хекс. Он еще и под ластвордом бегает. Нравится ему. Или это курса? Наверное, ластворд. Шейкер с хексом. Есть блинкдаггер, есть форстав и сайт оф вайс. Жесть какая-то. Шейкер 11800 имеет нетворс. Он топ 4. 7-5-17. Тут вообще впору бы Шейкеру собрать Bloodstone. При таком количестве ассистов мана вообще бы никогда не заканчивалась. Ну, понятное дело, мув был бы не самый умный. Это просто я фантазирую. Под смоком команда 5EVO направляется на Рошана. И уже очень близко команда Арканус. Биокей готов врываться. Спадает смок у нас с Никса. Биокей залетает на хайграунд. Где у нас... Бэтрайдер пошел Сайленсер от... Ульт, точнее, от Сайленсера. Разбежались все. Никто по дамаге не проседает.
На глифе у нас дизраптор. Дизраптор отсюда не уходит. Майти Сейвер его забирает. Надо слетать отсюда Бэтрайдеру и как-то забирать отсюда фантомку. Миракль врывается у нас, забирает Сайленсер, забирает Бумбекса. Пока что 2 в 1 драка. Не очень удачный эхо-слэм у нас от Шейкера. Шейкер, я думаю, поплатится за свой не очень удачный эхо-слэм. Прошел крит у нас от Фантомки. Трипл килл уже от Майти Сейвера. Можно теперь драться и со Штормом. Под линкой по-прежнему Фантом Ассасин дерется. Бьется против двоих, против Сларка. Сларк проседает, и причем прилично проседает. Майти Сейвер может развалить его. Пока что будет пытаться развалить у нас Шторма. Шторм залетает на глиф. Майти Сейвер старается раскатить. У него ДД. Вот почему так сильно сыпалась команда Файфева. Погоня от Миракла. У ПА очень мало ХП. Миракл, кстати, от одного крита здесь может отъехать. ПА начинает у нас драться, но это все иллюзии. Кайтят Майти Сейвера. Не выпускают отсюда. Unstoppable забрали. Сларк забирает Unstoppable. По золоту продолжает свое движение на первом месте. Хотя вплотную Майти Сейвер подобрался. И если меня спросят, кого я люблю больше, Сларка или Фантомку, я отвечу так далее. Нет, если бы меня спросили, на кого я поставил бы в файте 5 на 5, я, конечно же, поставил на Arcanus Gaming. В расфармленную Фантом я верю гораздо больше, чем в расфармленного Сларка. Да, он, конечно же, неуловимый, но всему есть свой предел, и нормально контролить можно через один несчастный Abyssal Blade на Фантом. Правда, что по золоту Фантом все имеется, не хочет пока у нас выкупаться. ПА, пошел у нас крик от Хенриха. Здесь Static Storm под ноги и Хенриху, и Бумбаксу. Бумбакс без ульты, ульту только что проюзал. Биокей у нас рассыпается от Миракля. Миракль в Shadow Dance бежит за Квапой. Врыв под фонтан от Шторма. Подкопали Шторма, Шторм выживает. Наверняка Шторм продолжает разгонять у нас всю ерунду под фонтаном. Ну, это жесть, это унижение полнейшее. Под фонтаном Шторм разбирает всех, кто остался. Здесь никаких вопросов. Эхо слэм от Шейкера просто на радостях. И команда 5EVA в данном матче побеждает. Круто. Драки нон-стоп. Количество фрагов бесконечное. Нереально крутой экшен. Я рад, что наблюдал его. И рад, что вы вместе со мной наблюдали за данным противостоянием. По итогу встречи Best of 2 счет становится 1-1. Сами запомните и передайте тому, кто в чат зайдет и будет доставать всех вопросами о счете. 1-1, Arcanus 1 поинт заработали, 5EVA тоже 1 поинт. Пока вы заходите к нам в группу, подписывайтесь и будете участвовать в дальнейших розыгрышах крутых шмоток. Это все под видео Твича. Подписаться в ВК вы тоже наверняка знаете, как я. Расскажу, что у нас дальше на повестке. На повестке дня у нас невероятно крутой матч. Join Dota MLG Pro League. Наконец-то мы перетекаем в Европу, и не просто в Европу, даже ближе к Азии. В общем, середина евразийского континента. Играет у нас сегодня команда, внимание, команда Empire против команды Virtus Pro. Лютейшее противостояние двух, наверное, лучших российских коллективов. Рубка должна быть серьезная, рубка должна быть ожесточенная, и я буду рад ее для вас продемонстрировать. Все это будет в 17.00 по... Ой, в 17.00, в 19.00 сет, конечно же, это 20 по Киеву, 21 Москва, дальше считайте, кто в каких городах находится. Пока небольшая пауза до 19 сет, можете не расходиться, можете, в принципе, расходиться, но собраться всем к 8 обязательно. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки у нас в группе ВКонтакте. Ну, на данном этапе прощаемся. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся через 2 с лишним часа.